Александр Зиновьев. Зияющие высоты. Глава. Страничка героической истории. Хозяин был выдающимся ученым во всех областях науки, пока за них не брался. Однажды он высказался по проблемам происхождения человека на конгрессе антропологов. «Согласно изму, — сказал он, — обезьяна сначала жила на дерево, а потом слетела на землю, и кругозор ее расширился. А сверху-то виднее, — шепнул один академик другому, лично наблюдавшему в свое время происхождение человека и досконально знающему, как это делалось на самом деле. Академика посадили, потом другого, потом всех остальных. Когда хозяину сказали, что академик пошутил, он ответил: «Шутка – вещь серьезная. А если шутка не серьезна, то она просто смешна».